Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах. Напомним, Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение о запрете на ретрансляции в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе РЕН-ТВ «Балтик» и НТВ «Мир Балтик». Ранее под запретом на год оказался канал «Россия-РТР». Также кабельный оператор Латвии ТЭТ сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов ПБК, ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии, НТВ «Мир», РЕН-ТВ «Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие. Компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет. В балтийских странах неоднократно поднимался вопрос о прекращении трансляции российских СМИ. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Вспомнили даже о демократии и свободе слова, упрекнув Вильнюс, Ригу и Таллин в мнимой приверженности этим понятиям.